Запустить промышленное производство передвижных юрт предложили в Сенате парламента. По мнению депутата Нуртория Жусупа, в таких конструкциях можно жить, например, во время чрезвычайных ситуаций. Построить дом из легких железных или пластиковых материалов не ставит труда. А вот пользу он может принести большую. Также в своем запросе премьер-министру сенатор затронул вопрос безопасности казахстанцев во время бедствий и аварий. По его словам, люди сегодня не реагируют на сирены, а радиодатчики, которые есть в жилых домах, неэффективны. В Уштөбе в свое время работала фабрика по производству юрт. Сейчас она закрылась. Сегодня юрту можно найти только у хандасов. Почему бы не взяться за производство передвижной юрты в Казахстане? Использовать достижения современных технологий для создания удобного жилья, для путешествий, переездов. Сейчас построить такой дом из легких железных или пластиковых материалов несложно. Хотелось бы, чтобы приняли во внимание возможность постоянного использования таких переносных домов в аварийных ситуациях.